Привет, друзья! Вы на канале Белый Ежик. С вами Дмитрий, и мы в Swords and Souls на Версим вместе с Капитонычем готовы отправиться на подвиги. Сражаться с кротами, комарами, мошкарой, в общем, со всеми, кто встанет у нас на пути. Тот Капитоныч, да? Вроде бы тот. Тот, да не тот. Сначала я думал, не буду это все играть, все чик-чик удалил, а потом думаю, да нет. Нет, верну-ка Капитоныча, и немножко мы еще с ним повоюем. В принципе, добрался я до того же места, где мы и закончили. Это заняло буквально несколько, ну сколько, минут 15-20. Карта мира. Здесь ждут меня висячие копья, здесь ждут меня трудный риц и сия, здесь невозможный багряный вол. Ну, из трех зол, наверное, выберем мы висячие копья. Да? А еще где-то далеко ждет меня ведьма. Глава первая, всего лишь блестящий камень. Блестящий камень. Вот он здесь, на холме. Но добраться до него будет, наверное, нелегко. Так вот. У нас здесь открылся музей. Музей. Я без вас не его посетил и понял, что в этот музей я буду что-то... В общем, какие-то во время своего путешествия буду находить какие-то вещи, которые будут выставляться в этом музее и в дальнейшем будут приносить мне доход. Сейчас доход от музея 10 серебряных, да, монеток, а моя доля просто 0. В общем, здесь ничего интересного, и сюда никто, наверное, не заходит. Поэтому немедленно мы сейчас отправляемся в путешествие. И немедленно просто. Немедленно на карту мира и немедленно на висячие копья. Капитон. Страж гоблинов. Раз. Ну, блокировать будем, да? Два. Готово. Все собираем. Подожди. Давай-ка. По всем, отлично. Контратака. Ой, молодец. Бах, оглушили. Ну, не знаю. Возможно, есть какой-то шанс. Возможно, есть какой-то шанс пережить это все, но он очень призрачный, этот шанс. А может быть и нет. Если капитон сейчас нанесет... Отлично, Капитоныч. 1200. Я, честно, не верил в твою победу. Я, честно говоря, не верил. А зря. Надо верить всегда. Щит. Продолжить. Давай-ка посмотрим твою броню. Значит, перчатки одеваем. Это все одеваем. И отправляемся... А куда мы отправляемся? Здесь сокрушить крота это просто невозможно. Здесь багряный волк это очень сложно. А здесь риц и сия. Конечно же, мы пойдем сюда. К рицу и сия. И игрушка верит в нас. Риц и сия. Наемник риц. Да. Контратака. Бабах. Вот. Ничего себе. Я с таким еще не встречался. Риц. Духатый или жизнь? Ни то и ни другое, Риц. Я не готов расстаться. С духатами. А жизнь ты у меня все равно не заберешь. У нее, просто я смотрю, у нее 20 левел и у нее хпшки 10. 10 тысяч. Ну, и может, есть вариант оглушить сейчас ее. Может быть. Как хотите. Может быть. Раз, тресь. Допустим, 1200. Еще 1200. Ну и все. Больше ничего мы сделать не сможем. Нет. Обучение. Ну что ж, может тогда ближний бой или все-таки защиту подтянуть? А может быть и то, и другое? А может быть купить и разблокировать ловкость, а может колдовство, а может дальний бой? Все интересно. Колдовство.
Нет, или ловкость. Давай посмотрим на ловкость. Уклоняйтесь от атак. Уклоняйтесь в последний момент. Так. Подожди. Подожди, не бей. А, все, я понял. Приседаем. Вот подпрыгиваем. Приседаем опять. Да что ж такое? Подпрыгиваем. Ух ты, как весело. А нет, это здесь нужно другой. О, черт побери, он сбил нас. Хорошо, это, наверное, нужно отходить. Когда он пытается бить сверху, нужно отойти назад. Прыжок вверх, назад. Вот так, замечательно, вниз. Назад, вниз. Это как... Слушай, с ловкостью сложней. Он пробил нас. Нет, вниз. Вниз. Капитоныч, прыгай. Вниз. Вниз. Опять вниз. Еще раз вниз. А теперь пошли вверх. Прыжки вверх. Назад. Еще раз. Начинаем привыкать. Ну, кому ж хочется по голове получить постоянно палкой. Хочешь жить? Умей вертеться. Прыжок. Назад. Назад. Вниз. Назад. Только если он начнет это все делать быстрее, то я не знаю, вот что будет. Вот что будет. Я думаю, что достаточно. Ловкость. Новый уровень. Ловкость мне дает здоровье. Уклонение. Шанс нанести критический удар. Очень, очень низкий шанс мне дает эта ловкость. Ну, наверное, это все-таки зависит от моего оружия. Хорошо. Пускай пока будет так. У меня 48 очков, но я направлю это все в ближний бой и немного на защиту. Допустим. Все. Ну, не знаю. Отправлюсь на карту мира и, наверное, все-таки попробую сразиться с Рицей Сиа, но... Теперь вы можете уклоняться от атак, нажимая ПКМ. Ага. Попробуйте уклониться в самый последний момент, чтобы контратаковать. Но это то же самое, что и блок. Не тратьте его на слабые атаки. Понятно? Ну, понеслось. Раз, надо было бить. О, вот так. Хотя не надо было это тратить на слабые атаки. Ну, ничего. Не мог бы этот сделать ты в следующий раз? Духата или жизнь? Ты знаешь, что мы выберем. Как хотите. Бьем по голове. Раз. Два. Три. Ну, а теперь пробуем блокировать. Да, попробовали. Замечательно. Еще разочек. Это что было такое? Уклонение. Ну, мы почти. У нас есть шанс. У меня есть шанс. Нет, у меня его нет. Она что-то выпила, какое-то зелье. Так нечестно. Но я сейчас повторю. И буду действовать чуть-чуть по-другому. Значит... Урон по всем. Пропустили. Отлично. Угу. Допустим. Оглушаем. Духата или жизнь? Вот пристала. Бамс. Раз. Двас. Трис. Уклонение. Отлично. Два раза это нечестно. Черт. Нет. Еще разочек. Что-то не так. Контратака. Вот. Отлично. Уклонение. Готово. У нас полным-полно жизни. И есть какая-то надежда. Глуши ее. Раз. Два. Три. Блок. Контратака. Отлично.
Блок. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это было плохо. Вот это было плохо. Да. Ну что ж, продолжим биться головой о стенку или все-таки пойти... Нет, я не могу. Я сейчас... Я должен победить ее. Я должен ее победить. Раз. Контратака. Отлично, готов. Отлично, готов. Продолжаем. Глуши ее. Духатый или жизнь, как хотите, глуши. Ты можешь крит хоть один раз набить вот сюда? Может. Вот это было хорошо. Контратака. Уклонение сейчас. Да. Но мы победили. Мы победили. Это просто везение. Это было везение. Да. Два раза крит. Ладно, хорошо. Оставьте свои духаты себе. Я просто пошутила. Я ухожу. Пошутила. Ничего себе шуточки у вас тут. А что это за листочки? Плеч. Продолжите. Плечи. Броню нам добавляет. Замечательно. Здесь у нас есть очередная засада. Здесь у нас сокрушите крота. А здесь трудно багряный волк. Может быть после... Может быть попробовать сейчас багряного волка? А почему бы и нет? Мы как бы разогреты. Я ищу одноглазого солдата багряных. Да. Крепкий парнишка пропался. 24 левела. 11к. Ну что ж. Видели такого? Значит так. Бестолковая дрянь. Я предлагаю сейчас блокировать. Контр-атаковать по возможности. Еще раз блокировать. Контр-атаковать, а теперь глушить. А теперь глушить и бить. Раз. Два. Трис. А теперь уклониться. Отлично. Не, ну смотри. Можно. Духаты. Что это за листочки, а? Что это за листочки? Оказывается, и сложно можно победить. Хорошо. А давай тогда очередная засада. А почему бы и нет? Туземец цыган? Цанган. Цыган, читаю. Контратака. Бабах. Уклонешка. О, ты еще и лука можешь. Уклоняшка. Да... Слушай, тут как-то все серьезно. Нет, что-то... По-моему, все. Нельзя блокировать. Глуши его тогда. Нет, тут, наверное, шансов нет. Тут, наверное, шансов нет. Так, карта мира. Тогда я думаю, что надо идти... А, нет, подожди. Не надо. В музее. А, вот зачем эти листочки. Нужно кормить им грибочки. И они нам будут давать монетки, да? Отлично. И нам будут давать опыт. А за это мы будем получать новый уровень. Хороший какой грибочек. Кушай. Давай побольше нам. Можно сразу много накормить. Конечно, можно. Смотри, он сколько просто осыпал нас золотом. Ничего себе. Ну, я предлагаю... А что, в умениях у нас что? Увеличивает максимальное количество зарядов уклонения. Это тоже полезно. Но нет, 0 очков. 0 очков. Давай-ка вот сделаем 400... Танк. И защиту поднимем тоже, соответственно. А это таверна. Что здесь хотят продать? Риц. Смотрите, кто здесь.
Могучий герой, воюющий с бандитами. Сейчас у меня нет работы, мне можно нанять. Надеюсь, вы готовы тратить дукаты. Мой клинок недешево стоит. За 900 монет ты готова с нами... Да? Идти в бой? Дукаты или жизнь? То есть она нанята на два боя всего лишь, да, получается? Оплата вперед. Нет, ну я понял. А вопрос что? Да-да, не волнуйтесь, я вам помогу. У меня есть атака в ближнем бою. Нанимайте меня чаще, может быть, я буду применять приемы посложнее. В самом деле? У меня появился партнер. Партнерша даже. Так может быть тогда... Может быть тогда... Нет, подождите. Здесь можно поговорить. О, вижу, вам удалось одолеть багряного волка. Хорошо. Ну и что? Что еще? Похвалы ждете или что? Поддержки не ждите. Здесь каждый сам по себе. Каждый сам по себе. Ладно, я предлагаю сейчас отправиться в бой. На карту мира. Тем более у меня появился спутник. Сложно, нет. Нет, наверное, не получится. Сложно. Риц, 7... Ой-ой-ой, ничего себе. Может быть, мне стоит в руки взять другое оружие? Контратака. Контратака. Отлично. Ну, мы их уделали, Риц. Туземец. По красному кругу я вижу, кого он сейчас будет атаковать. Готов, найден новый враг. Туземец Цинган. Отлично, крит. О, блин. Нас, по-моему, могут разделать. Нас, по-моему, могут разделать. Глуши его. 10к. Тяжело. Тяжело. Нужен крит. Блин, мне приходится терпеть. Тут уже надо как-то... Яблоками уже начинают кидаться. Ничего себе. Тут придется как-то уже, наверное, постараться. Риц, держись. Может, ты затачишь это все? Риц. Риц, держись, не умирай. А, я могу управлять ей, да? Или нет? Нет, я не могу управлять. Я не могу управлять ей. Попробовать еще? Давай-ка попробуем еще. Бьем. Бьем по двоим. Ну, допустим. Кого он бьет? Меня, да? Потерпим. Готово. А я оглушен. Когда я приду в себя? Так, бьет Париц. Готово. Главное, чтобы меня не трогали. Главное, чтобы меня не трогали, все будет хорошо. Риц, уклоняйся, не забывай. Контратака. Отлично. Бьют Париц. Надо было глушить. Надо было уклонение. Нет, уклонение не получилось. Черт. Это моя вина. Это моя вина. Профукал бой. Риц я потерял. Риц я потерял. Да. Сейчас переиграем. Сейчас переиграем. А, Капитоныч, уже все. Сушите весла, Капитоныч. Риц больше 100 бедет. Да, ну что ж. Ладно, будем сражаться. Будем сражаться, будем... Будем пытаться уверачиваться. Они не просто так, не просто. Нужно тут продумывать ходы все-таки. Угу. Блин, столько она дорого стоит. Мой новый друг такой оказался дорогой. Ладно, я понял. Я понял. Отправлюсь я куда-нибудь. Вот и все. Хватит с меня. Несколько дней я буду отдыхать. Увидимся, когда у вас будут деньги. Вот. Отдых 7 дней. Ничего себе. 7 дней без Риц. Ладно, тогда я отправлюсь, наверное, вот сюда. Немного сейчас я, наверное, позаню...
Ух ты, ничего себе, это уже не яблочки, это какие-то сюрикены. А вот теперь яблоки пошли. Нет, с яблоками, смотри, заметно попроще. Ну ничего. Давай. Давай. Пошли сюрикены. Опля. Ниндзя, ниндзя, настоящий ниндзя. Ничего себе, что ты творишь? Боже мой, я уже запутался. Капитона так просто не возьмешь. Есть, пробили, пробили. Ну, я думаю, что достаточно. Я думаю, что этого будет достаточно. Бумс. Мы выполнили что-то. Выполнено. Следующие 15 звезд, да еще что-то. Так, может быть, защиту тогда еще немного? Давай защиту. Подбиваем яблочки. Половим звездочки. Чпунь, чпунь. Лови звезды. Лови звезды. Хватаем звезды с неба. Оп, 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 оп. Отбиваем, отбиваем, хватаем. Вроде пока неплохо получается, ничего себе. Так. Может, уже и достаточно, в принципе. Ну, давай. До первой звезды. До первой звезды, которая нас проколет. И первое, до первого яблока, которое ударит нас по голове. Черт побери, ничего себе, подожди. Нет, ребята, остановитесь. Ай, ай. Отлично. Мне кажется, уже мы много чего наловили. Просто невозможно Капитоныча пробить. Просто невозможно. Нет шансов ни одной звезды. Капитоныч, остынь, остынь. Ты уже перегрелся, мне кажется. Хватит, Капитоныч. Пум-пум-пум. Что происходит? Есть, яблоко одно пробило. Но я думаю, что это было больше, чем достаточно. Ничего себе, Капитоныч. Ранг бронза. Ничего себе, можно только так сказать. Слушай, ну тогда мы, наверное, сейчас, я думаю, что все в урон выложим, да? Потом что? А здесь делать нечего. А здесь делать нечего. И еще одно очко появилось. Требуется ранг золотой. Вот. Дополнительное уклонение. Дополнительное уклонение. И сейчас кто там, кто там, кто там что-то говорил? Капитоныч, а ну-ка этих цыганов давай разделаем с тобой. Блин. Ну слабовато, слабовато. Контратака, готов один. Держим удар. Мне кажется, я один не справлюсь сейчас. Маловероятно. Маловероятно. Чпунь. Ну, допустим. Ну, и сейчас я получаю по голове очень сильно. Мне нечем не уклоняться. Я могу стукнуть, конечно. Но, да. Уже не стукну. Уже не стукну. Нет, стукну, все-таки успел. Но это не принесет мне победы. Это мне не принесет победы. Слушай, что же делать, а? Что же делать? Давай посмотрим сокрушите крота. Допустим. Семка? Ничего себе. И это первый крот. Это первый крот. А это два следующих. Ну хорошо, допустим. Ну мы сопротивлялись, мы сопротивлялись. Оглушу я его просто ради того, чтобы добить и посмотреть, кто там будет дальше. А здесь уже три крота. А здесь уже три крота. Ну мы не сдаемся. Мы, настоящие герои, не сдаются. Они умирают с мечом в руках. Слушай, а что же мне делать? Мне бы сейчас не помешало риц на самом деле. Мне бы сейчас на самом деле не помешало риц. Но мне остается только вернуться в город, наверное, да? Остается вернуться в город и учиться, учиться и еще раз учиться.
Давай-ка улучшу лагерь. Смотри, какой-то столбик я вкопал. Это я буду теперь быстрее учиться, да? Я буду быстрее учиться. Что мне нужно? Может, давай немного ловкости? Давай. Но это тяжелее, чем яблоки отбивать и даже сюрикенчики. Это намного тяжелее. Вверх. Вверх, Капитоныч. Нет, назад. Вниз. Учись. Легко в учении. Ой, тяжело в учении, легко в бою. Черт, отвлекся. Бабах пропустил. По голове, прямо в глаз. Ну ничего, мы на этом не остановимся, Капитоныч. Мы будем прыгать и прыгать. Держись. Нет, не надо. Отстань. Какой настырный учитель, а? Ну пожалей, пожалуйста. Ты что, не можешь пропустить? Тебе что, за это много платят, что ли? Да подожди ты. Смотри-ка, заклинило его. Делает одно и то же уже какой раз. Черт, пригнул нас к земле. Слушай, ну думаю, что достаточно. Достаточно этого позора. У нас новый уровень, и я, наверное... Ну и в защиту. Ну что ж... Попробовать? Хотя что там пробовать? 5 дней осталось. Риц, мне без тебя туго совсем приходится. Ну попробуй, ладно. Хотя навряд ли что-то получится, но надо пробовать. Может быть, попробую поменять оружие. Бабах, готов. Бабах, второй готов. Хорошо, давай с этим. Раз. Уклонимся. Готов. Так, он сейчас стреляет. Уклоняемся. Блокируем. Не блокируем, да? Здесь мы его грохнули. Здесь... Ай. Все плохо, Капитоныч. Все плохо. Ну, почти. Но мы старались. Если бы был крит, мы могли бы победить. Тогда знаешь что? Сейчас мы немножко разозлимся на яблоках. И отправимся в бой. Оу, нет, не получилось. Хорошо, второй заход. Отлично. Перестаньте, давайте мне яблоки. Без ошибок. Да. Ну что, еще немножко. Чпунь. Нарезаем. Нет. Ну все, началось. Железки пошли. Нет, не получилось. Ну я думаю, что достаточно. Так, ладненько. Ну что ж, тогда может быть... Ну может быть, надежда есть. Может быть. Давай, Капитоныч. Эх. Столько пропустили с тобой. Блин. Нет, это что-то пошло не так. Чпунь. Давай уклонение. Хорошо, с этим готово. Раз. Уклонись. Блок.
Блок. Чпунь. Ну все, нас глушат, да? Нас глушат. Давай еще разочек. Уклоняшка. Отбивашка. Раз. И второго добивай. Вот сейчас было чистенько. Раз. Оп. Два. Допустим. ХПшку мы сохранили. Но что будет сейчас? Кто его знает. Раз. Два. Готов. Ну, он нас глушит. Он нас глушит, и мы ничего сделать не можем. И мы ничего сделать не сможем. Раз. Два. Три. С этого уложили. И этого тоже. Отлично. Отлично. Без всяких критов. Без всяких критов. Чистая победа. Ой, что нам надавали? Новую грудь. Новую грудь. Значит так. Броня, броня. Хорошо. Отряд гоблинов. Ну, готовы ли мы сражаться с отрядом гоблинов? Готовы ли мы сражаться с отрядом гоблинов? А сколько у нас еще... Два дня осталось, как Риц отдыхает. А, ну, давай попробуем, почему бы и нет. Хотя бы посмотрим. Я просто думаю, может быть, заменить оружие и посмотреть мои первые клинки. Ага. Ржавое копье. Блокирует очень урон. Но нужно ли это? Урон от колдовства. Нет, я оставлю все-таки зубчатый палаш. Давай посмотрим, что за отряд гоблинов. Урок стратегии. Выбирайте, какого врага атаковать, нажимая на его полоску здоровья. Также можно нажать тайп, чтобы переключаться между врагами. Началась стратегия, да? Ничего. Сражайтесь с умом, всегда думайте о том, кого нужно выбить первым. Ну, я вижу здесь мага, наверное, его улучшу. Урок закончен. Давай лупить по магу. Бумс. Уклоняшка. Маг готов. Гоблин. Да чтоб тебя. Контратака не получается. Что там дальше? Глуши его. Все равно мы не дойдем, я чувствую, что до конца, потому что враги становятся с каждым разом все сильнее и сильнее. Вот прангеру этого можно убить, а? Блин, тыкал и стыкал просто нас ножичками своими. Уклоняшка. Отлично. Готов. Нет, мы все равно далеко зашли. Далеко зашли, но... Стратег с нас никудышный. Прангра гоблинов, 16к. ВПшки. У нас просто не уклоняшек, ничего. Он просто истыкал, изрезал нас. Эх. Так, на карту мира. Сокрушить крота сложно. Навряд ли туда следует еще идти, а? Я думаю, что нужно учиться. А чему учиться? Учиться отбивать яблоки и ловить звезды. Вот это плохо началось. Они внесли некую сумятицу. Ничего себе. Лови звезды. Отбивай яблоки, лови звезды. Отбивай яблоки, лови звезды. Сюрикенчики отбивай. Ничего себе. Полегче, полегче, полегче. Щит-то деревянный. Лови звезды. Отбивай, отбивай. Лови, лови. Лови звездочки.
Ну ничего. Эх, ну как шло хорошо, а? Следующая медаль соточка будет, да? Ну, зато новый уровень. Зато новый уровень. Следующая 100, следующая 25. Немного урон в защиту. Одно очко. Ну, сейчас я его не могу. Я могу... Восстановление 9 ходов. Ну, толчок может быть. Толчок может быть. Ладно, не буду я тратить сейчас. Что, попробовать? Попробовать, но мы не так сильны. Мы не так сильны. Ну, попробую. Отряд гоблинов. Итак. Хлобысь. Да, рано, рано. Уклонение. Готов. Рано. Ну, ничего. Давай разочек, наверное, пропустим. Кританула. Чпунь. Блок. Нет, не получилось. Готов. Бей всех. Блокируй. Блокируй. Самую малость. Нет, по-моему, еще хуже, чем в прошлый раз. Еще хуже, чем в прошлый раз. Ну, глуши его. Не знаю, может, оттянем какое-то время. По 3К снимаем. Допустим, уклоняшка. Бамс. Бамс. Контратака. Отлично, ничего себе. Капитон, я зря в тебя не верил. Ты молодец, победа. Сундук открыт, а в сундуке какие-то шкурки и новые плечи. Продолжить. Вот это да, вот это мы с тобой молодцы. Вот это мы с тобой добавляем броню и три кинжала. Три кинжала нас ждут. А здесь ничего не появилось в городе-то? В городке-то нашем. Кстати, в городке я могу потратить... А ну-ка, ешь, ешь, ешь. Наешься, когда ты уже наешься, гриб. Ну, лишний опыт, лишние деньги нам не помешают. Ничего интересного здесь нет. Так, хорошо. Три кинжала. Жалкая попытка засады, но сложно. И все-таки сокрушите крота. Трудно. Трудно. Но надо сделать. Сейчас посмотрим, как это будет получаться или нет. Раз. Контратака. Хрясь. Отлично. Этого крота нет. Дальше у нас ждет два крота. Потратить всю ловкость? Не знаю. Ну, потрачу, наверное. Иначе я не переживу это все. Готово. Дальше что нас ждет? Три крота, да? Ну и что мы здесь будем делать? Что мы с ними будем делать? Нет, без риц точно не справится. Без риц здесь точно делать нечего. Ну, давай я глуши его. Да, даже этого не получится. Нет, здесь нас не ждут. Давай-ка попробуем три кинжала. Три кинжала. Уворот. И стыкали. Уворот. Чпунь. Блок. Чпунь. Блок. Глуши, гада. Контратака. Раз. Контратака еще раз. Так, этого нет, да? Но что делать с пронырой? Что делать с пронырой? Я верю в тебя. Отлично. Крит, откуда ни возьмись, он появился. Как же они тыкают нас ножичками, безжалостные, ты к звери просто. Капитоныч, ты просто мастер клинка. Колечко, первое кольцо. 20 крон в дальнем бою.
А я не умею дальний бой. У меня даже он не открыт. Рыбка, забытое побережье, ничего себе. А что здесь делать? Алло, расскажи тебе, что мне здесь делать. А что нужно делать? А я не знаю, что мне делать. Может, мне удочка нужна какая-нибудь или что? Ну, идти я не могу, ничего я делать не могу. Что? Здесь какая-то стрелка, как-то... Ну, все. Я не знаю. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Хорошо. На самом деле, не знаю, что делать. Так, а ты готова или нет? Кузнец. Кузнец меня ждет. Что он хочет тебе сказать? Он хочет оружие ближнего боя мне новое выковать. А ну-ка. Оружие дальнего боя. Слушай, надо все-таки научиться. Научиться дальнему бою. 900 монет я оставил для того, чтобы нанять Риц. И сейчас я попытаюсь вместе с ней одолеть этого крота чертового. Подожди, подожди, только не спеши. Нам нужно заменить Шлас. Ну все. Шласом мы сейчас их отшласим, как здесь следует. Сокрушите крота. Сокрушите крота. Давай, первый крот. Бамс. Он почти готов. Черт, надо было с критом. Ну да ладно. Здесь будет два крота. Два крита. Два крота. Контратака. Когда будет три, примени умение. Блин, это же не меня бьют. А ты дергаешься. Рефлексы, рефлексы. Вот сейчас троих лупить. Лупить троих. Шласом, как следует. Уворот. Еще уворот. Блок. Все, что могли, потратили. Все отдали. Все отдали на победу. Теперь придется только терпеть. Что у нас? Теперь придется только терпеть. Крота нет. Эх, черт. Ну, будем глушить. Будем глушить. Мама, мама, мама крот. Мама крот с кучей хпшки. Что она делает? Ты будешь ее глушить или не будешь? Будешь. Мама крот. Вот это да. Слушай, ну я бы один, конечно, бы точно не справился. Однозначно, зарубасили. Зарубасили даже достижение. Вот и крот получилось. Мама крот. Куча багет. Снова колечко какое-то. К здоровью. 20% здоровья. Вот это кольцо то, что надо. Вот это кольцо то, что надо кольцо. Я о нем мечтал просто. Всю свою жизнь. Кольцо охотника. Подожди. Вот. Такс. Жалкая попытка засады. Знаете, я, может быть, оставлю эту жалкую попытку засады на потом. И надо разобраться, что же делать все-таки с рыбой. Как-то, может быть, что-то надо купить где-то. Я не знаю. Где-то есть рыбалка. Дом есть. Ничего себе. Здесь кто-то со мной хочет поговорить о чем-то. В общем, чуть позже. Чуть позже с этим совсем будем разбираться. Спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Пока.